Браво! Мы не уходим с танцевальной площадки, потому что для вас продолжает петь здесь и сейчас зажигательная лезгинка Ахмед. Вернись на танцпол. Звучит эта зажигательная лезгинка. Поехали! Эй! Зажигаем, друзья! Друзья, ну и в завершение нашего грандиозного масштабного концерта хотелось бы сказать всем огромное спасибо за то, что разделили такую радость с Макой Магомедовой. Я вижу то, как, судя по этим не очень полным столам, как многие сидящие сегодня, оказывается, так же, как и ждали наших артистов, как ждали нашу Венизу, ждали этот iPhone X, который сегодня достался нашему гостю Ахмеду, которого мы еще раз поздравляем с победой. Я думаю, что это один из счастливых
дней в его жизни. Так, Мака стоит сейчас между нами. Можешь загадать желание, что ты стоишь меж двух ярких ведущих. Знаешь, я хочу сказать, на самом деле, я извиняюсь, что тебя перебиваю, Юлечка, я тебя очень сильно люблю. На самом деле, это было сказано, наверное, я должна была об этом сказать, но таким намеком. На самом деле, Азим, я сегодня, да, ты напомнил мне об этом, но я, тем не менее, не забывала, потому что на сегодняшний день это самые яркие, самые замечательные, самые талантливые ведущие. Я их просто люблю. И неспроста мы сегодня очень много выбирали над ведущими, думали, сидели и так далее. Но в таком новом модном заведении можно было пригласить именно таких модных, таких креативных, очень таких замечательных и зажигательных ведущих, как Азим Давыдов и Юлия Деброва. Дорогие друзья, давайте поаплодируем! Зарема Мадина, аплодируем все, кто в зале! Спасибо! Спасибо большое, спасибо за то, что доверили нам проведение мероприятия. И огромное спасибо режиссеру данного концерта Адаму Будагилову! Еще я хочу напомнить... Ладно, с ними Адама. Человек, который все время бывает за кулисами и творит лучшее шоу нашей республики и во всем Кавказе. И Расулу Гетинаеву выражается конечно, благодарность. Расулу, спасибо. YouTube-канал Расула Гетинаева. Все, что происходило сегодня, мы сможем смотреть, наблюдать. Не только этот концерт, но и многие концерты, которые... снимает этот прекрасный видеограф. Так. А еще огромное спасибо Республику. Нам здесь очень понравилось. Здесь было классно, здесь было комфортно. Здесь все было на высочайшем уровне. Нашим звуковикам. Марсели огромное Камиль. Спасибо. Браво, молодцы. Молодцы. Ну что, Юля, все? Мы не прощаемся, говорим до новых встреч, желаем всем удачи. Спасибо за то, что вы сегодня были с нами в этой потрясающей уютной компании. Компании под названием Республик. В гостях у Маки Магомедовой. До новых встреч здесь, в этом уютном зале, в Республике. До свидания! Пока-пока! Эй! Hey!